О пользе овощей и фруктов знают все. Их биологическая ценность для организма неоспорима. Сейчас эти уникальные плоды природы вы сможете приобрести в гипермаркете «Европа» по весьма сниженным ценам. В очередной раз народный магазин порадовал своих покупателей акцией под уже известным названием «Фрукты и овощи без наценки». С 22 по 28 апреля в гипермаркете «Европа» проходит акция по снижению цены на овощи и фрукты. Цены снижены на 2 вида фруктов и на 6 видов овощей. Список овощей и фруктов, участвующих в этой акции, входят: лук репчатый 20,90, помидор черри 39,90, кабачок 69,90, редис 35,90, картофель 20,90, укроп 12,90. Из фруктов: груша конференция 64,90, а апельсин Египет 31,90. Многие покупатели Европы уже успели по достоинству оценить все прелести акции со вкусным названием. Это здорово, когда дают покупать чуть подешевле, чем на самом деле было. Хорошо, приятно удивлены. Цены стали 30 и 35 рублей вот за фрукты, за овощи, за апельсины, за мандарины, за грейпфрукты. Ну, хотелось бы, чтобы всегда так было. По акции берешь один товар и что-то другое возьмешь. Это даже замечательно, что так в магазинах придумали акции. Хочется отметить, что все овощи и фрукты, представленные на прилавках гипермаркета «Европа», имеют сертификаты качества. А это значит, что на ваш стол они попадут свежими, с максимумом витаминов. Каждый час сотрудниками магазина проводится переборка овощей и фруктов. Мы хотим, чтобы наши покупатели приобретали только качественный товар. Напоминаем, акция на фрукты и овощи стартует 22 апреля и продлится до 28 апреля включительно. Спешите неплохо сэкономить и при этом побаловать себя и своих близких свежими и полезными дарами природы. Всех жителей города Губкино, а также всех гостей нашего города приглашаем за покупками.